потом. Знак солидарности с многострадальным русским народом, который ожидает повышения пенсионного возраста. Мы решили сегодня есть доширак, как советует нам Владимир Владимирович Путин по телевизору. Вот мы увидели и воспользовались. Меня ветеранские мне доплачивают. У меня получается 9 тысяч. Вот это справедливо? Сейчас идти. В подъезде спроси у всех 8-9, 8-9, 8. Как жить на такую зарплату? Заговорил доширака. Нашли. Так, дети, вкусный доширак вам? Угу. Нравится, да? Да. Переходим на доширак. Сколько он стоит, Дим? 37. 37. 37. Ну, если три раза в день есть доширак, это всего лишь 111 рублей. На человека. На человека, да. А вода почти бесплатна. Ну, тогда хлеба не надо, огурцов покупать, и тем более селедку под шубой делать. Это излишество. Морскую капусту тем более нет. Мы ее не будем покупать. Ну что ж, приятного аппетита! Правительству спасибо, в кавычках, за то, что они заботятся о нашем народе. Угу. Может быть, сейчас до кого-то дойдет, что дело не столько в правительстве и в Медведеве, сколько в Путине. Может, они подумают все-таки, зачем они голосовали-то за него. Да ты снимай новое поколение, это им выходить на пенсию. Вот обещают 65, а пока Аришка доработают, сделают 70 лет. Так что, милая моя, тебе еще 60 лет до пенсии. Ариша, а ты за кого бы голосовала? За Путина или против? За себя. За себя. Ты хочешь президентом быть? Нет, не хочу. Ну, а политику правительства и Путина ты поддерживаешь в отношении своего народа? Все равно. Все равно? Да. Вот, вот какие нужны граждане этому правительству, чтобы им было все равно. И тогда они могут творить, что хотят.